мы сегодня будем открывать Бравл Пасс, ну и откроем вот тут вверху некоторые вещи, даже на Джесси. Я вам обещала вторую часть, вот она. Третья, скорее всего, тоже будет. Вот, смотрите. Ну, а может и не будет третья, так что это... Не говорите мне в комментариях, не пишите, что типа, ну... Ты же обещал третью часть. Я могу не снять, потому что, ну, может не получиться. Так, давайте открывать сначала маленькие ящички. Вот, в этом ящичке ничего не выпало. Да, маленький ящик, они почти ничего не выпадает у них. Этот маленький ящик тоже ничего не выпадает у нас. Так, вот он еще один маленький ящик. И ничего. Почему это так? Еще один. Ничего. Так. Так, дальше. Открываем вот этот. Ничего. Тут ничего тоже. В общем, мы уже много открыли. И нам теперь предстоят представить, открыть, ну, вы поняли, большие ящички. И... 90 монет. Подсвечивается, их тоже выпадает. Пенни, ребята, Пенни, ребята. Смотрите. Пенни выпало. Круто. Просто посмотрите. Пенни выпало. Пенни. Круто вообще. А я только начала открывать, по-моему. Тут 63 монетки. Ну, и ничего не подсвечивается. Так, вот тут. 41 монета, и ничего не подсвечивается. Нам что-то должно еще хотя бы одно выпасть, я думаю. Вот еще один ящик, большой ящик, точнее. Тут ничего тоже не выпадает. Еще один большой ящик. Да уж. Тоже ничего не выпало. Тут ничего не выпало. Ладно. Тут давайте, чтобы нам что-нибудь выпало, давайте. Нет, ничего не выпало. Даже никого не выпало. Ну и теперь нам нужно предстоит открыть. Сколько мегаящиков? 3 мегаящика. Открываем первый и 5. Почему 5, ребят? Я расстроен и все. В итоге. Открываем вот этот. И 5? Нет, это невозможно, ребят. И последний. Я подожду. Это пока что попит поиграем. Ладно, открываю и 5. И на мегаячках вы, если что, знаете, то, что не везет. Вы это знаете. На всякий случай просто знаете. И открываем верхнюю полосу, так сказать. И нам выпадает Джесси, ребята. Так, монетки. Улучшение давайте сделаем мы. Ну, давайте, я люблю на кольте делать. Не хочу себе гаджеты, чтобы выпадали только одни. О, магаз, что-то новое написано. Что? А, я могу купить эту вот Джесси. Слушайте, в одном аккаунте я уже куплю на Бравл Пасс. Зачем мне в этом копить? В принципе, а чё бы и не купить этот вот скин? Все равно Бравл Пасс я куплю на втором аккаунте, но их всего 2 аккаунта. Давайте улучшение дадим. Ну, на кого нам дать улучшение? Ну, давайте дадим улучшение на Була. Большой ящичек и... Ничего не выпадает. Да почему, ребят? Монеты, у них ничего не выпало. И
Нам в итоге выпала сегодня только одна Пенни. Жалко, да? Ну, Джесси, она не считается, она не считается. Пенни тут у нас выпала. Ну, у нас здесь уже бойцов, кстати. Это Кольт, Бул, Джесси, Эль Прима, Поко, Роза, Пенни и Карл. Ребята, а кто вам нравится из тех бойцов, которые у меня есть больше? Например, я, кстати, еще не играла Карлом, неважно. Или Прима тоже не играла. Мне нравится тут больше всего, например, это, ну, вот это вот наша красавица. Джесси. Ну что ж, давайте я сыграю разочек по видео. Ну и потом будет у нас симпатий. Стоп, Спайка зовут Профиль? Да, странное имя, не важно. Вау, ребята, такая крутая Джесси. Я вообще такую никогда в жизни не видела. Она такая крутая. Ну, видела. Че я говорю, видела? Так, да, это не я, вообще-то всех убивала. Ну, не важно. Ну, смотрите, у меня еще не все квесты выполнили, так что третья часть может быть будет. Ну, да, скорее всего будет, но я не говорю то, что точно. И вторая часть я говорила, то, что точно будет, скоро будет. И вот она наступила. Ребята, я не за кристаллы покупала это все. Я, по-честному, копила жетончики. И выигрывала в этом раунде. Я вообще в нокаут. Да, странно. Выигрываю постоянно. Я пока что тут в поп-ит. И гадаю. Играю в поп-ит. И в общем, мне так нравится Джесси. Ура! Мы ее открыли. Я специально... Короче, знаете что? Я такая сделала перед съемкой. А если мне выпадет какая-нибудь лего, я такая, что мне лего выпало? И закорочу просто на весь дом. Такая, мне лего не выпало, мне Пенни не выпало. В следующей части, если она вообще будет, то, скорее всего, мне должен выпасть редкий Барли. И мне, скорее всего, должен выпасть какой-нибудь эпик. Например, Биби, Фрэнк, Пэм, Беа, Нани, Эдгар или не знаю что. Ну, например, мне Нани еще никогда в жизни не выпадала. Ни на каких аккаунтах. У меня было их три, один я удалила, второй я не удалила, и третий не удалила. В итоге у меня сейчас осталось два аккаунта, один я удалила, там мне надо не выпадало, у меня было 23 бойца вроде бы. Знаете, я даже могу вам продиктовать, какие у меня бойцы 23 было. Первым как бы не буду считать вот этих вот Владиславе, так что... Что я говорю? 32 же говорю? А, нет, не 32, а 22, короче, там. Я не буду на Путиславе считать. Это, сколько это на Путиславе? Я забыла. Секунду, подожди. Двенадцать. И в итоге отнимаем 10 бойцов у меня, можно было считать так. Это был Эль Примо, Поко, Роза, Карл тоже был, но у меня еще Пенни не было тогда. Рико, Пайпер, Джеки, Дэрил, Беа, Мортис. Ну и что там еще? Короче, все, ребята, неважно. Так. Смотрите, она просто на русачок, смотрите. Он танцует, такая тыц-тыц, с своим пистолетом, такая тыц-тыц. Ладно, ребятки, всем пока-пока.